Всем привет! Это видеообзор, вышитая бисером брошь Калибри. Выполнена вышивка на плотном фетре. Материалы по краю китайский бисер, такого вот бирюзового цвета, красивого. Наполнение — это бусина серого цвета, стеклярус прозрачного белого цвета, жемчужного. И стеклярус вот такого вот красивого, тоже бирюзового цвета. А также бисер микс в голубых оттенках. Заделочный шов также выполнен из бисера бирюзового цвета. Обратная сторона броши представлена искусственной кожей серо-голубого цвета, а также застежкой для броши. Вот такая вот брошь Калибри получилась. Размер данной броши около 7 сантиметров, 6-7 сантиметров. Пишите в комментариях, изготавливаете ли вы броши из бисера, носите их сами, реализуете, либо дарите. Будет интересно узнать об этом. Спасибо за внимание, добра и бантиков!